Начать кампанию. Сложность мне рано умирать. Сделай мне больно и ультра жестокость. Да не, просто больно, не сделай все. Вечно шествуешь ты по царству теней, сражаясь со злом, когда другие замирают от страха. Да не будет утолена твоя жажда воздания. Да не высохнет кровь на твоем мече, и да не испытай мы больше нужды в тебе. Кто-то рано утром это написал. В 7:17. Да, я тоже, когда просыпаюсь утром, тоже настолько злой, что всякие мысли. Но это когда не высыпаешься, естественно. Пробел? Да без проблем. Они сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Ладно. Хорошо. Китайские рубли. Воу. Мега. На. Она и все. Прям как я с утра. О, играю, ну, погоди. Ау. Чё ты? Разберусь. Вау, какой-то мега выстрел. Опа, разобрались. Это мы здесь валялись, нас ковыряли, тут кровище. А нажми И. Вау. Это мужик или женщина, я так и не понял. Какой-то усиленный выстрел. Правую кнопку мыши. Мы обязаны его сдержать. Это то, что было, походу. Меня сдержать? Вау. Это мое, походу. Не работает. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником разбилась. Наверное, им скучно стало. Вот и напали. Здравствуйте, я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Не, не хочу. Даже метап. Вместе с солдатом Рока в гробнице нашли несколько любопытных реликвий. Это все можно читать. О, ну-ка. А, мега выстрел какой-то. Есть просто выстрел, есть усиленный выстрел, и есть мега усиленный выстрел. Вау. Я в шоке. Что-то обвалилось уже. Зверские убийства, нажмите А. Вау, это было зверско. На.
Что ты рычишь? Поддыхло ему. Просто какая-то трухля тина осталась. Что? О! Отдых! Это автомат или дробовик? Дробовик. Ясно. Меня челюсть видно. Местные. Капец, я чуть не оглох. Небезопасный уровень демонического присутствия. Да. Начинается блокировка. Добить же, точно, я и забыл. И туда хрена. А мне сколько под... А, 13. Нахрен. Какой-то орган выдрал. Я бы тоже рассердился, если бы мне желудок выдрали. Чё такое? Вау. Ребята. Это всё лагает. Класс. Небезопасный уровень демонического присутствия. 128 гигабайт оперативки, и будет все норм. А у меня столько нет. Шучу. 500 гигабайт. Терабайт. Че, все что ли? А, они что-то прячутся где-то. Бочка-то была далеко, она меня зацепила. Не успей. Ты чё махаешь? Просто месяц. А на правую кнопку мыши типа помповая должна быть. Ну что, чё-то щёлкает, но у меня нет. Попробуй попади, называется. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается... Бочка догнала. Всё? Я думал, что он на меня смотрит. Все? Разве это те обстановки, как на видео? Демоническое присутствие ликвидировано. Пошли в этот круг ада, блин. Нельзя дать ему покинуть это место. Все-таки это женщина. Он может все разрушить. Тут уже все разрушено и до меня. Что-то с вами не так, женщина. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска. Да. Бефезда. Ай, я. Вылетучи. Заляпал тут все. Капец, тут пустыня. Сейчас тормозить будем. Досье. Чего там читать? Да ну, читать скучно. Мне прям туда прыгать? Поменьше. Зеленые фигни тут разбросал кто-то. Но... Прикольная погодка такая. Да. Что-то это место кажется неспокойным. А, ну да. Ой. Я даже не зарядил. Усиленный выстрел. Монстры одержимый какой-то там.
Добей ты его, забей до смерти этим крепким лагом. Черт, это он захватит. Сами. Не ручи. Вот сейчас и пополним. Ничего не пополнил, он КП. Что-то он не всегда хочет рукопашку. Наверное, у него настроение разное. Пустите меня. Ёлка. Может, пистолет попробовать? Нет, это вообще никуда не шло. Фига вас тут. Ой, я промазал. Ну и что-то убежал. Ну и что? У меня получилось. Ой, что за броня? Плюс 20. Кто где? Да блин, что вы какие точные? Получил. А, все. Я только разогреваться начал. К игре еще не привык. Тут такая как-то... Немножко как-то не привык. Чувствую себя некомфортно вот в управлении. Это не Half-Life 2, где там я сел и все как в родном кресле. А тут что-то мне еще привыкать надо. Разведайте обстановку. Ладно. Доступ синий. Да ладно. А я зеленый, что ли? Что-то надо искать. Наверное, у этого мужика что-то есть. Зеленый. Синяя, она же зеленая была. Что, я не понимаю. Ладно, зеленый. Ой, синий на ксении. Так. Ударила она, открылась. Гранатка. А как кидать-то? А. Всегда не нравилось. О, этот мужик похож на этого как. Из Dead Space. Из Dead Space. Костюмчик. Чем-то мне напоминает. Вот это из Mass Effect как будто. Пару чуваков. Такие. Большущий комплекс на Марсе, да. Как тут еще ходим, да? Нет? Пока нет никого. Готов. Воу. Не обижайся. Вау, прыжки, это был классный скачок. Это что, дверь? А это обратная дверь? Она вообще вон туда надо. Тут какие-то шумы там непонятные. Допрыгни. Допрыгни. Тут нет никого. Что за андроид? Дроид какой-то, робот. А, боевой вспомогательный дрон. Шквальный огонь. Микрограната. Я могу выбрать, да? А, это уже на правую кнопку мыши будет работать. Понятно. Зажмите активатор модификации, чтобы выпустить очередь из 3 патронов. А. Давай лучше микрогранату. Как ее выбрать? А, получить. Давай сюда. Чтобы он не обиделся. У меня теперь микрогранаты есть, да? Ага, я понял. Теперь у нас подствольничек такой, типа. Круто. Сейчас как испробую. Вау. Ну, она теперь заряжается. А, стрелять просто я могу. Классно, понял.
как это работает. Стрелил ему половину вообще всего, что у него здесь. Шнопик, бля. Это кто кинул? По-моему, я не попал. Ну, для толпы из мелких этот подствольник. Микрогранаты, это подходит. Капец, там жопа впереди. Кстати, без записи легче играется. Почему-то. И бежит, смотри, стрельнул мне в спину и бежит. Вот догоню тебя сейчас. Дробовик. В задницу засуну. Ого, как FPS просил. Небо игра. Куда не туда? Куда не туда? Так, прыгай. Да где он там? Я забрался вообще. Какие-то монорельсы вообще. Зашибись. Нам сюда? Да. Пока у меня постоянно нехватка патронов на дробовик. А, ну их и 5 осталось. Приветствуем, Буата. Здорово. 221 день без несчастных случаев. Зашибись. Не так. Знай своего врага. Да ладно. Искорки. Голосовое сообщение. Здравствуйте, я Вега. Здравствуйте. Искусственный интеллект марсианского комплекса. Я провел диагностику претерианского бронекостюма молодец, и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания, как с помощью которых пойти? Вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Ладно. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Испытание задания. Щелку вижу. Разведайте обстановку. Обстановка дерьмо, могу сразу сказать. Снабжение отключено. Кто его отключал? Ты? Вау, вот это лагануло. Так убери ты эту штуку-то. Что он мне тут показывает? Картинки. Кто? Какого хрена? Может вот это? Нет? О, здорово. Мужики. Кровавая баня, блин. Что это? Основное энергия. Давай перезапустим. Подача энергии восстановлена. Как ярко. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни. О, баба с голограммы. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Она мне прям в голову говорит. Вау, вот это я левитировал. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы что станете первыми. Вы воссядете рядом с ними так же. Ладно, как все, я. Женщина. Блин, она особенно опять что ли? Да хватит мне это говорить, я уже слышал. А, что-то орёт. Пойду вниз.
Женщина, успокойся уже. Вот, ну, кстати, это было. Помешало его? И застрял. Куда я залез? Ой. Да. Иду такой там кто-то. Что? Тебя ж не был. Или я тебя убил, или твой брат. Монстры, одержимый инженер. Лови. Обменялись, называется. Одержимый. Небезопасный инженер. Необычный стоматолог. Сногсшибательный слесарь. Куда пётр тут нору. Последний мой просто яйца отстрелил и всё. Чё это так? Здесь плохо. Вау. Нифига. Бензопила. Ни одного дерева чё-то не вижу здесь. Круто. А, я отсюда пришёл. Ну что тебе надо, мужик? Да, понял я, что это бензопила. Хватит мне показывать эту штуку. Снизу, на пол экрана почти. Ну, четверть точно. Газды, мужик, попробуй вот это. А, я сам управляю. Газ, сколько патронов собирай. Кто не собирается? Круто. Нет. Хрен нам собачий. А где бензопила? Взорвалась? Ты видел? Да чё-то я никак не попаду. С метра в него. Обсыпай меня полностью. Отказано в доступе. А это куда пошёл? Я типа за ним? Требуется жёлтый уровень. Да слышу, что ты там ешь. Противопоказано. И сюда закрыт ход. Серьезно? Серьезно? А как мне пройти? Так не работает. Какую-то дырочку. Вау! Нашел какую-то дырочку, поднялся. Окей. Так и надо, да? Куда пришел? Все отказано, отказано, все отказано. Тоже закрыто. Не дружелюбно. Патроны кончились, блин. Где там бензопила моя? Как ее достать? Да, блин, куда ты делаешь? О! Хорошо. А, кто-то дает патроны, кто-то дает жизни. Бегу. Хорошо. Демоническое присутствие ликвидировано. Легко. Он пошел. Лифт мне давайте. Лифт подай. Слишком спокойно. О! Ну давай, шквальный огонь. Отдай. Да-да, посмотрел все. Ага. Отдай. Отдай. Отдай.
Прямо ожиданно было. Что он дерется? Что он поменял? Что-то сам взял, поменял. Так. А, тут пройти можно. О, выскочил. Доступ предоставлен. Зашибись. Добро пожаловать в марсианский комплекс. Я соскучился. Он расположен на обширной равнине Эллада. Низменности ударного произведения. Это высокотехнологичный добывающий и исследовательский комплекс каждый день раздвигает границы представимого. Ваша лояльность... Сейчас что-нибудь другое раздвинем, так и пушка. Только мне пощупать. Нормально. Хорошо дернуло. А это что такое? Шлюз открыт. Где? А, открывай. Что-то прицела в этой пушке нет. Ого. Разгерметизация. Классный слоумо. Не, мне нравится эта пушка. Офигенная. Сразу дело пошло по-другому. С дробовиками я не дружу. А вот с этим делом. Да. А что за штука? Погоди. Да пошел отсюда нахуй. Ни хрена сейчас месить будем. Где кто-нибудь? Где? Дыру проделал. Кулаком. А он так бегает. Просто плачочка. Идите все сюда. Просто зацепил его коленку, он уже на атом улетел. А, я отсюда пришел. Блин, я обратно пришел. Круто. Уже никого не видно, а музыка не прекращается просто напросто. Можно просто послушать. Нет никого. Все спокойно. Лифт мне. Подай. Так, куда-то пришли туда, куда нам нужно. Это что, живые, что ли? Сканер. Что-то там выдвигается. Видели на базе, да? Опять я блокирую вам доступ к сканеру. Почему? Идите к терминалу Веги, и я дам вам то, что нужно. Ну, обидно. Так, нам надо куда-то... О! Far Cry начался. По вышке. На вышку сбираюсь. Куда? Чуть не упал. Кто там все? Стреляй. А, черт, кончилось. А, блин. Крэнсон. Да я вот возьму. А, у меня. В достатке. Вау, там кто такой бешеный? А где дробовик? Ног сломал за это. За бакедоны его эти.
Убил? Ну, да. Ты меня не сдержишь. Так, вот закрыт, значит, где-то его тут надо открывать. А где? Блин, да это привычка долбаная. Это было несложно. Бежи, спеши, чувак. Дуп. Вообще. Закрутил. Дом обновил свой щит. Да, блин. Куда я иду вообще? А, сюда и надо. Взял. Что это такое? А, прокачка. Да, типа, собираешь эти фигни и прокачка. Понятно. Да, счет. Что я перезарядку хочу сделать? Ее тут нет. Перезарядки-то тут вообще нет. Живой встал. Ай, было, чувак. Так. Это ничего хорошего. Ошибка 83. Это серьезно. Вообще-то. Я в эту странную штуку. Это подарок. Я куда полетел? О, примите. Спасибо. Это придаст вам сил. Спасибо. Поможет в пути. Спасибо. Если выдержите скачок мощности. Спасибо. А выдержали? Там не было инструкции сломать. Внимание, энергия. Так, здоровье, броня или боеприпасы. А как это боеприпасы увеличит? Мне что, уровень задницы увеличивается, что туда больше патронов влазит? Я не знаю, давай. Плюсик здоровья. Свои системы чистой агент энергии. О, да, мне хорошо, я чую это. На пользу. Я открою для вас и все остальные агенты и робот. В комплексе. Вега, ты... дай то, что он хочет. Дай мне то, что я хочу. Гамбургер. 1337 сотрудников УАК погибли. Да я не это хотел. Процент территории комплекса заблокирован. Ладно. Хорошо. Выпустите меня. Мне тесно в этом пространстве. Да что такое? О, туда упасть можно? Я понял. Все плохо, и надо убить. Я понял. Ах, Оливия, зараза. Пойдемте на под зад ей дадим. За все, что здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Оливия, прежде всего... Вот она, вот. Терминатор какой. Страшный, как... Рано или поздно придется с ней разобраться. Возможно, вам не нравятся наши технологии. Но нет. Знаете, исследования ада велись исключительно ради блага человечества. Emergency. То, что вы видите сейчас, цена прогресса. Да я вижу... Не угонишься. Комп все время надо улучшать, чтобы крутые игры шли без тормозов. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Год. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля.
Вот зараза. Захватили соседний комплекс. Зачем? Если не включить вентиляционные турбины. Да выпустишь меня сегодня. Все погибнем. Вау, мигает красиво. Да? А что нажать-то? Может, я что-то не нажимаю? Наконец-то. Да, блин, опять это нажал. Иди ты к шлюзу. Иду. Так. Да застрял. Да застрял. Вау. Литейная фабрика. Пусть таково, как заработал спутник, стали ясны масштабы и источник атаки. Вау. Не может быть. Оливия Пирс, это значит... Не успел-то читать. Блин. Плавильня. Нажми даб, какие-то жучки доступны. Паучки. Остановите расплавление. Сейчас как чихнул. Нет. Голосовое или... А, горловое сообщение. После диагностики претерианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей. А где выход? Так, отсюда я начал. Тут не открывают. Да, блин, все. Херам. Боевой гейминг. Комплекс не позволит вам проникнуть в турбинный зал, пока уровень демонического присутствия на литейной фабрике не будет снижен. Как открыть эту дверь? Наконец-то! Юху! Прощай, FPS, вообще прощай, ты только на это посмотри. У меня сейчас системник задымится. Да, блин, я сейчас точно... О, это надо автомат выбрать. Меняй оружие. Вот. О, можно на автомат поставить. Микроракеты. Умный прицел. Умный прицел позволяет приближать изображение при... Да ладно, а так типа он не может просто руку. Круто. Ну, наверное, микроракеты круче, чем просто точный прицел. Понятно, давай. Нажмите таб. Нажал. Своим табом. Блин, своим табом. Там что, табщик, что ли? Нужен человек, нажимающий на таб. Цена договорная. Вау. Да я просто мать. Обнаружена утечка газа. Где? Это не я. Я ничего такого не... Ого. Нифига. Этот парень сразу, видно, шуток не понимает про газ. Вот вы с ним так пошутили, вон что вытворил. Говорит, твоя рука отстой, вот нужна вот того красивого чувака. Внимание, температура ядра растет. Нет, бы что-нибудь упало, нет, растет. Упс. Не допрыг. Еще один пупок выдрал. Так, ну тут нас не пустят, тут типа... Награда. Протариаганский жучок, паничок. Прыжок веры. Николаевны. Так. А куда дальше? Пять Far Cry. Ой. Куда? Куда я попал? Куда? Я наконец-то туда залез с третьей попытки. Я заклебался падать. Давай берем. А, ну ладно. Че его целиком тащить? Опять спускаться, да? То есть я сюда полдня залазил, чтобы спуститься. Круто. Так, вот этот самый рубильник на... Доступ предоставлен. Хорошо. А куда? А куда доступ? Утечка газа ликвидирована. Куда? Куда идти-то? Вау, это что такое? Вау, красивая штука. Чуваки такие. Током бьют. Мой адский крушитель.
битвы, да? Адские, блин. Я всего лишь познакомился с вашей штукой, что вроде... Вкуси это. Просто кусок дерьма какой-то остался после него. Демоническая угроза уменьшена на 25%. Ну, хотя бы так. Что это? Возьму. Ну, это нормально. Эти отказаны. И куда я эту карточку суну? Что пришел? Что? Ты в автомат доставай. Че? Убегу. А, ничего. Готов. Рыцарь за... А, да. Нормально. Это другое пушки надо. Как я его высунул? Бочки взорвал на куски.